Итак, дорогие друзья, давайте же ворвемся на матч между командами United и Rogue в рамках ESL Pro Лиги 8 сезона североамериканского дивизиона. Карта The Nuke, пистолетный раунд первый, собственно, между коллективами. И в два саппорта играли ребята из команды Rogue. Чистый настель был от команды United. Посмотрим, что у них там за чистая настельба. Депор, скорее всего, отъедет или нет. Нет, до сих пор живой. До сих пор живой. Кристалл остается последний, кстати говоря. Чистая стрельба от команды United, чисто нормальная. Чисто конкретно подтверждаю. Четыре человека у них осталось живых на этом пистолетном раунде. И Депор как раз делал большинство киллов. С вами студия Рухаб, Слипчик на проводе. Ну и давайте дальше постепенно здесь вникать в противостояние. Опять же, команда United сама по себе довольно хороший и интересный коллектив. У Рогов есть интересные персонали, впрочем, в ответ, да, эти персонали могут тащить интересные клатчевые моменты. К примеру, ставится бомба от команды Рог уже на бэплэнд. Пытается Спенсер, Мартин Спенсер здесь что-то сделать. Хика, он же, опять же, Вайс и Хика остаются вдвоем. И в темке находится Вайс с P250-м. Темку, скорее всего, должны проверить по-хорошему, а Вайс последний. Будет очень тяжело. Ну, мне кажется, надо темку все-таки проверять. А, бомба еще не... Пайд Вайс стоит. А он не сможет никуда уйти. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. В итоге погибает, да? Но получил деньги. Здесь... Ну, в любом случае, бомба же поставлена, получил бы деньги, да. Это будет байраунд от команды Rogue на третьем раунде первой половины, соответственно. Пять калашей, вторые арморы, некоторое количество гранат, достаточное количество гранат для атаки, кстати говоря. Нет АВП от команды United, а им, походу, не надо, потому что мусс из ангара минусует одного, минусует второго, да, про минусует третьего, атака есть, что ли, атаки нет, что ли, мусс, нет, все-таки промахивается здесь, проигрывает пристрелку и проигрывает дуэль. Скайлер Уивер. Нет, не пойдет дальше радио. Судя по всему, Депор пытается тоже лобби прочекать, посмотреть, что как там происходит. Эйс стоит на девятке, Рики вскрывает лицо Скайлеру. Депор понимает, что где-то вот прям вот под упором здесь рядом находится оппонент, который вроде как открывает дверь с квика. Эйс минусует Кристалла, и под Депора выходит в итоге господин Рики. Этот девайсный раунд не получается у команды Rogue. У ребят недостаточное количество денег, чтобы закупиться нормальными девайсами. В принципе, пистолетный полубой их, наверное, ждет, ну, по-хорошему. Да, да, все именно так. Ты тысячи на две, на полторы. Ну, максимум на полторы мы видим, на тысячу. Закупка товарищей, соответственно. Ну и может быть вся план какой-то очень-очень-очень быстрый. Мус взрывает одного, взрывает второго, бомба падает прямо к нему в руки. В то же самое время есть какое-то движение около рампов, но эти чуваки без бомбы на самом деле. Поэтому абсолютно все равно, что там происходит около рампов. То есть мы потеряли нашего товарища, ну и ладно. Бомба ведь у нас, ну и все. И Депор в опорте встает, смотрит радио, находясь в лобби со стороны Тисайда. И все, делайте, что хотите, собственно. Потому что вам сюда надо идти. Эйс находится около раздевалки и лестницы на девятке, как мы видим. Погибает на снайпер-боксе, правда. И этот килл от Сика был прям wicked sick kill. Но этого мало. 4-0. Четыре класса по СВП у команды Rogue. Рики уже вскрывает лесу Депру. Где-то под эймейном человек умер здесь. В команде защита, да? То есть немножко неудобно. Но Мус в итоге выходит секретом. Пытается зачекать скалу, чекает скалу. Пытается зачекать красный, пока никого не видит. Гранаты полетели. Видит, да-да-да, вон там гранатки. Это означает что? Это означает, что к Мусу идут. Мус отсюда выгоняет, ему абсолютно наплевать. Он на этом олике чуть ли не сгорает к чертовой матери, но при этом убивает одного человека. Уходит спокойно назад в задние туннели. И
Опа, и замечает Эйса. Понятно, да слишком поздно. Здесь, увы, пропускают всех. Ребята, вероятно, из команды United понимают то, что с Б, наверное, надо что-то делать. Желательно Б по-хорошему. И, как я понимаю, Муз делает быстрее всех, да. Муз делает быстрее всех. Но 2 кило или 1, или отъедет господин Лось. Не получилось, не получилось. Не получилось, отъезжает господин Лось. Ууу, 2 кило дазла, но 3-го здесь не ожидал увидеть. И остается последний 1-2, боевая ситуация. На плен топят ребята из команды Rogue. Ис пока что находится на бапланте и понимает, что не туда я здесь пошел. Поэтому чисто технически Rogue, возможно, возьмут этот раунд, потому что снайпер 1-2. Дико тяжелая ситуация. Дико тяжелая ситуация. Поэтому это сейв, да, на хэтбоксе, на рампах. Бомба взрывается. Первый раунд за командой Рок. Депр, кстати, 8 человек здесь настрелял за первые 5 раундов. Позволили себе заметить ему с семеркой. По фрагстату выходит тоже. То есть вот эти двое товарищей в качестве опорников были достаточно успешно. Достаточно успешно. С СВП буду дальше продолжать United играть на защите. Что, в принципе, то, что надо. Прям то, что надо, то, что надо. Депор. Эйс. Эйс. Не поставляйте кристалл. И довольно плотные смоки. Может быть, Эйс увидит еще кого-нибудь. Опа! О, привет, брат. Как твои дела? Бомбы, кстати, потеряли, между прочим. Может, на радаре засветилось. В заднем туннеле заходит Кристал. Смотрит, что здесь вообще, что кого. Что, что кого. Ничего не видит. Депа убивает. Чуть ли не отлетает, но у него все равно получается это делать. Все хорошо для ребят. Ну, и Мус, наверное, сзади попытается зажать секрет. И на скалере очень много, на самом деле, работы становится. Стоит он довольно-таки правильно в целом. То есть он закрывает себя максимально настолько, насколько это возможно, пока свои же товарищи перетягиваются. Что-то очень медленно отрок. А чего так медленно-то, ребята? И Кристалл еще первый выходит. Непонятно, что хотел Кристалл. Вообще непонятно. У него 3-4 хп было. Что ты хотел-то, друг? В итоге выходит из вентиля, как я понимаю, частично отлетают. Ребята, вы что хотели сделать? Вопрос. Забегают на Б. Отлетают. И на последних секундах бомба не ставится, потому что тоже отлетают от Эйса, собственно. Последний игрок команды Rogue Рики. Нету денег. Ну, команды Rogue. Ставится пауза, как я понимаю, техническая. Нет, стоп, тактическая. Тактическая пауза Rogue, а техническая в другом матче у нас. Вот так, да. Тактическая пауза, наверное, реально надо... общаться, наверное, на предмет того, что вообще хотели сделать. В прошлом раунде, да. Когда я не сплю 24 часа, я несу такую чушь. Как ты комментишь? Слип. Так же. Судя по всему. Вообще у меня есть два режима. Энергоэкономичный. И который... Вот этот вот. Этот режим я оставляю на особые, как говорится, special occasions.
Когда в чате очень-очень много людей, чтобы полчата сгорело вообще в ядре Нефени. И все полыхало просто. А сейчас мы будем в милом, хипстерском, экономичном режиме. Нежном, красивом и ванильном. Вот так. Да. А теперь поймите, что из этого шутка, а что нет. Или все серьезно. Да, да. Пистолеты местами дефолтные, местами не дефолтные. Это Command Rock. ВП от Айса все еще есть. Но ребята на аутсайде застряли. Хорошая камера, кстати, от Приуса здесь. Заранее настроена, скорее всего, да? Но в любом случае, Vision интересный дает. Широкоугольный такой. Хорошенький. Ребята пойдут в лобби. Да, двое человек как раз останется где-то под эймейном. Точнее, над эймейном и сзади, опять же. При стройке. Депор уже реки минус. Ну, здесь сик. И сик выходит, да, пробивает. На гранате будет его поймал, отлетает от парня, который был в имени. Оо, от мусы клевая тема. Мусы клевая тема X2. А дазла, окей. Вайс остается последний. Думает Вайс, где же мой Томми Версетти, который спасет меня от этого грустного положения. Но Томми Версетти нету. 6-1. Да, кстати говоря, между прочим, поднять щит за безлимит, дорогие друзья, и болейте за своих самым быстрым мобильным интернетом от Мегафон, генеральным спонсором и партнером русскоязычной трансляции турнира. ESL Pro Лиги 8 сезона, да. Три Галила плюс Юмп плюс АК-47 от команды Рук. Айс. Просматривает скалу. Очень аккуратно, кстати говоря. То есть под него очень острые углы, его так просто будет не забрать, потому что он прям пол башеньки здесь показывает, но совсем экономично играет. Стандартные гранаты, опять же, на секрет полетели. Ну, Айс, наверное, амолик. А мы молик забыли, Айс промахнулся. И контрмолик. Забавная история. И в итоге ребята просто на аутсайде стоят. Сюда бы еще второй молотов, на самом деле, каким-то образом, если он бы был бы вообще забавный. В итоге куча времени ребят теряет, Муз с кредитки слышит все это дело, говорит Эйсу: Эйс, друг, готовься, потому что идут. Бум, Эйс промахивается, ну что ж ты будешь делать, да куда ж ты лезешь-то, господи, пол почечки теряет, отходит назад. Эйс, в итоге не попадает еще раз, его уже прикрывает дазл, потому что надо что-то делать. Эйс в итоге простреливает абсолютно насквозь. Дазл будет ждать, наверное, возможности, чтобы выйти, может быть. Муз, привет, дорогой друг. И закрывает дверь. Опа, на раздевалке тоже видит оппонент. Везде видит оппонентов. Убьет, не убьет, не убьет, не убьет, нет, не убивает. Муз, все-таки. А то я как назад летает в итоге. Даже до тенки не дошел. Скайлер справляется с оппонентом, на этого мало. 2-2. 1-2 ситуация. Щик остается последний. У него 0 денег в рукаве. И у него там только группы крови. И порядковый номер на рукаве. Пожелай ему удачи в бою. Не пожелали. Чего не пожелали? Ну, ребята, ну вот не успели, что ли, в чате написать. Ну, вот видите, человек умер из-за этого. Вот так вот. 7-1. Хотел сказать 6-1, 7-1. P250, да, действительно, да, полный стак замечательных пистолетиков. Пока у United все получается на защите Денюка. Не все хорошо, все замечательно, все классно. Рок все не классно, зубами ловит Вайс гранату, пол зубов отлетает, третий остается. Куда делась еще треть, даже не спрашивайте, я не в курсе вообще, что происходит. Скайлер делает свой килл, отходит назад. Возможно, молик, но, возможно, передумал, потому что не слышит то, что его пушат. Кристал ходит, пытается собирать информацию. В задних туннелях
Опять же, забирается в аквариум. Ломает стекло. Не сейчас. Позже. Ломает стекло. Видит Скайлера. Я не понял, чем Вивер занимается. Типа вообще не слышал, что ли, что произошло. Отъезжает в итоге Скайлер от Тика. Окей. Кристалл тут уже готовый по Эйсу, например, стрелять. Эйс, походу, видел оппонента. И они все очень-очень экономично прыгают, поэтому здесь никого нет. Депор понимает, что нужно спасать положение. Убивает. Нет, не убивает Кристалла. О, как все плохо на самом деле. Этот пистолетный раунд могут взять ребята из команды Rogue. Очень сильно забегают вперед, но все равно могут взять, да. Три человека остаются у команды атаки, два человека остаются у команды атаки, один человек остается у команды атаки. Догадайтесь, сколько человек остается у команды атаки после того, как я скажу... А черт возьми, неплохо. После того, как я скажу, что Хик умер. Пара-пара-пам, фьють. Лучшие шутки этого мира, боже. 8-1. Не пробивает Сика. Три клаша остается. Команда Рок плюс АВП Мурики. 4 МК четвертых плюс. Что плюс? Господи, плюс АВП у команды Юнайтед все еще. Вообще довольно важный был раунд для команды Рок, если что. И они его немножко... немножко проигрывают сейчас. И остаются 2 в 5. Ни единицы хп не потеряли ребята из команды United. Поджимы... Довольно интересные поджимы на улице, на самом деле. Ну, то есть тайминговые, как бы, все в кассу, все в тему. Все хорошо. Вроде бы все хорошо. Хико и Рики. Рики и Хико. Клевый спрыгнул здесь максимально вовремя, просто считает как открытую книгу оппонентов. Получает очень сильно по лицу, пытается забраться на кондиционер, забирается на кондиционер, тем самым временем господин Лось закрывает оппонента, и это 5-0, 9-1. Интересные данюки у нас. На североамериканском регионе, однако. Однако. Два калаша плюс Галил плюс P250 плюс МакТен от команды Rogue. 4 МК четвертых, а 4 плюс АВП от команды United. Дефюзки-то есть. Тремор есть. Гранаты есть. Я подходит аккуратно назад. Секрет. Его закидывают молотовым, он понимает, что молитвы, значит, ребят, наверное, из оппонентов пойдут. И что-то проследит Кристалла, походу, смоки неровные. И там была щель, но я щели не вижу, кстати. То есть, типа, на рандом, что ли? Попал, может быть, может, наверное, на рандом попал, окей. Ребят, пытаются забежать, здесь смок. То есть, им придется еще и ждать какое-то количество времени. Они, конечно, ждут. Забегают в туннельчики. А здесь их встречает кто? Депор одного и погибает. Ну, может быть, Скайлер уже с другой стороны бочки. Аквариум, слышит Скайлер. Закрывай себя бочкой. Уэйс видел кусочек плечика, может быть, но решил не стрелять! Вот он, Скайлер погибает. Таки 3 на 3 боевая ситуация. Мус на вилку будет заходить. Эйс! Бум! Это была бомба. И эта бомба теперь просто лежит. Тот, кто подберет проклятый предмет, умрет. Ну, не совсем. Хотя нет, все равно умер Вайс. Окей. Сик остается последний. Берет проклятый предмет. Догадайтесь, что произойдет дальше. Ну, кроме того, что Сик поставит бомбу, да. Сик ставит бомбу. 1-2. Клатч ситуация для него. И он погиб.
10-1. Три калаша, четыре калаша будет у команды Рок плюс АВП. Хика, купи пушеньку. Купил пушеньку, хорошо. Девайс, разменялись девайсами ребята из команды United, AUG. Покупать Скайлер. Один трофейный калашников, 2М4А4 плюс АВП. Эйс. Пытается, опять же, зачекать со своей позиции старой на секрете кого-нибудь. Опа! Нормально, кстати, вот эта реакция. Это действительно очень сильно было сейчас. Убивает Кристалла, спокойно отойдет назад. Бахнулся башкой об перилку, пока прыгал в узких коридорах. Но бывает, ничего. Башка резиновая, как бы нормально все. А Мус убивает Тика, еще в три лица будет продолжать команда Рок. От Рики отлетает Мус. Это позволяет Вайсу забраться на кондиционеры. И, может быть, с реверсированной девятки зайти. Поломать там судьбы людей. Поломать Депру, кстати, лицо, наверное. Опа, Депру. Убирает один. Второй. Неплохо. Вообще-то хорошо. И с гранатой пытается что-то сделать, господи, сути боже, ад какой вообще. Скайлер, твой выход, саугом. Бомба, ставится бомба. Господи, Вайс погибает, все-таки ставится бомба. Нет, это же аук, это лучшее оружие войны. И Скайлер просто садится в тупую, дефьюзит эту бомбу. Он просто в тупую дефьюзит эту бомбу. И он раздефьюзит. Что? С разворота, он раздефьюзит эту бомбу, с разворота дает. Вщи. Лучшее оружие войны, дорогие друзья. Не аука, какая-то God of War, боже мой. 1-1-1 у нас в счете. Это во-первых. Во-вторых, 3-12 Crystal, 5-12 Сик, 5-11 Хико, Вайс 8-19, 7-11 Рики. А к команде United претензий нет. Счет хорош там, счет хорош сям. Мус лучший фрагстатер, да и бог-то с ним, какая разница, они выигрывают 11-1. Пять автоматов калашниковых от команды Рок. Очень солит этот начало этого раунда, ребята, из команды Рок. Потому что страшно, потому что все проигрывает подряд, все что такое можно. Депр не горит. А, горит Депр! Тут Депр еще убивает человека! Господи, он просто еще убивает человека. AUG, вот он, на орудие войны. AUG never changes. Ну, выходи уже, стреляй в кого-нибудь, убивай кого-нибудь. Дазл не справляется. На пристройке. Эй, сделает свой килл. Но этого мало для того, чтобы играть этот раунд. Сделает килл еще. Вот он, Скайлер. Да, по-своему нормально. Давай, стреляй в своего. Почему бы и нет? Минус почка, минус жизни. Реки остается последний. И спрашивает. Ребята, почему у нас не получается? Почему нас убивает чувак с аугом и берет после этого мой калаш? Почему? За что? 12-1. Да, серьезная история.
Серьезная история. Мы такого не видели, по-моему, да? Еще пока что. Не, по-моему, такого не было. Три раунда было, один не было. Одного пока не было. Жестко, жестко, жестко. Дазл. Открытая игра и Дазл. Но, да, вместе с Дазлом перестреливают всех, кого только можно. Не всех, кстати говоря. А где Аплэнд? Эйс отлетает от господина Рики. Рики остается последний. Самая быстрая рука на Диком Западе. Это не Рики, это не знаю кто. Кто-нибудь еще. Четыре клаша плюс ВП от команды Rogue. Последний раунд первой половины. 14-1. Ад какой-то вообще. Ну ладно. Дазл, кстати, погиб от Мартина Спенсера. Большинство для команды Rogue не особо часто так происходит, происходило, точнее, на первой половине. Может быть, они возьмут второй раунд или нет, или да, или что-нибудь, пожалуйста, потому что один раунд — это очень мало. Два раунда, кстати, это будет тоже очень мало. К слову. Скальпер с Аугом. Эйс бегает со своей ВП. Кика пытается кого-то найти. Отлетает от Скайлера. Скорее теряет половину КП. Под эймейн будете выходить или не будете выходить? О, здесь уже от Скайлера выиграл. О, давай. Давай. Стрелять, 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 убивать. Отлетает. Но он сделал достаточно много. 2-3 остается в итоге. Ситуация для команды атаки, что на самом деле такая себе история. Вайс и Рики, снайпер и райфлер, соответственно. Возможно, захотят залезть на девяточку, но у них вообще-то 30 секунд. Возможно, захотят через рампы пойти на Б. А на Б что-то есть? Да, на Б есть. Ну идите. Вас здесь встретит другое орудие войны, зеленая палка. Копалка! Зеленая палка, копалка отвечает по одному. Рики пытаются вырываться в стройку. 18 секунд у него остается. Догадайтесь, что будет происходить дальше. 14-1, дорогие друзья. Насколько сложно комментить одному всю ночь? Во-первых, поднять щит за безлимит! И болейте за своих самым быстрым мобильным интернетом от Мегафон. Партнером и спонсором русскоязычной трансляции. Во-вторых, одну ночь, я думаю, не проблема. Мне кажется, что две, наверное, не особо проблема. Вот, три, это уже ты вроде начинаешь вообще-то уставать. Ну, в теории. Чисто технически. И на этом обычная неделя ESL Pro League заканчивается. Три типа европейских дня, три североамериканских. Но в этот раз ESL вбахали в одну неделю две, потому что очень... сложный турнирный, как бы, скеджул, расписание. Турнирное очень сложное, да. Пистолетный ранг, кстати говоря, на второй, на карте Данюк. И, ну, и, в общем-то, вы понимаете, да, к чему я клоню. И, как бы, две недели за одну. Вот это непросто, да. У меня такого, по-моему, вот так вот точно не было. Это такой первый челлендж. Тяжеловато, но интересно. Ну, в плане, пройти челлендж рабочий достойно с точки зрения выносливости и распределить все силы на всю неделю, это интересный личный челлендж. Эйс убивает... кого там, господи, Рики, он убивает. Кристал, стой, последний. Кристал, держись, Кристал! Кристал, держись! Не получается держаться, 1-15. Поэтому в этом плане... прикольно, короче. Прикольно. Не, просто тут вот реально такие жесткие вообще, жесткие недели. Потому что я помню, ESL делали полторы недели, и потом они то ли отказались от этой идеи, то ли потом на прошлом сезоне распределили как-то это по-другому немножко. Типа неделя плюс один день. То есть не полторы, а было неделя плюс один. Здесь впилили прям аж две, потому что походу эпицентр, до этого еще были ланы. И куча, и еще больше, короче, в общем, жесть какая-то. Поэтому ESL, походу, поняли, что до Оденса они не успеют.
Потому что ESL Pro League, очевидно, сезон заканчивается до Нового года, а второй сезон начинается после Нового года. Ну, понимаете, да, как это работает? Регулярный. Два сезона в год, соответственно. Вот. И... Да, и поэтому, опять же, две недели. Не, что случилось? Что... What is happening? What is happening? А, United победили 16-1. Окей. А что случилось? Я же... У нас же не было... Для вас работала студия Рухаб, дорогие друзья. В смысле, у нас еще вторая карта. Ладно. Слипчик Евгений на проводе. С большим удовольствием комментирую для вас. Это все замечательное дело. Никуда не переключайтесь и оставайтесь с нами. Это реально конец карты был, если что. Да.